Да, чтобы представить наших гостей, это нужно, ну, их можно долго представлять. Потому что Эрысту Мечишев, он, конечно, обладатель гран-при «Сокровища Севера» в Москве в прошлом году взял. Победитель ЛАИ на первое место среди певцов Кайчи Великого Алтая. Но его долго можно предлагать, но в этом случае это немножко некорректно, потому что это дуэт. Дуэт, где мужской и женский кай. Это очень редкое для Алтая явление, когда мужчина и женщина поют песни и гармонизируют вот эти свои вибрации в общем потоке энергии. Это дуэт под названием Чагылган. Это как зажглась путеводная звезда, как вот эта искра от этого волшебного камня. Это все, что дает искру, то, что осознание. Чтобы зажглись сердца, чтобы осветился разум. И кай — это классический кай народов Алтая, который именно гармонизирует и уравновешивает и делает мир лучше. Поэтому Эрысту Мечишев и его супруга Алтынай в дуэте певцов горлового пения Чагылган. Зажглась. Журчание рек, вздохи ветров и призывные песни животных,
Пусть эти песни выучат ваши дети, и тогда они смогут полюбить природу так, как ее любим мы. Манда-манда, кулуны,
китайскому Новому году, когда змея кожу меняет весной, начинает менять это весенний день весеннего равноденствия, да? Раньше рано весна приходила. Чувашия.